Всем привет! Это такой проект типа от восьмерки. Я решил отдохнуть, так как она затянулась. Может, кто-то увидит этот проект потом восьмерку, либо наоборот. После восьмерки захочет другие видео посмотреть. Вот была такая гранта, бэушная, убитая вся такси. Вот решил к ней кузов приделать, но не так, как есть вот эти висы, просто так вот по передней двери обрезается машина, и задняя часть вообще там никак не говорит о том, что вот эта вот гранта сзади. Вот решил сделать такой пикап, колеса от вайпера Диагостини, 43 масштаб. Вот у меня есть еще донор. В принципе, они сюда неплохо подошли. Двери решил в черный покрасить. Задние окна затонировал. Тут немного лобовое запылилось. Не достать его, чтобы протереть, неудобно. Вот так покрасил в черный. У меня была одна стекляшка, но я решил ее не ставить, чтобы симметрично было. Просто в черный покрасил. Вот тут у нас спокойно открывается. Борт задний. Можно, конечно, что-то насыпать. Вот также я заморочился, сделал такую вот конструкцию. Конечно, она не так работает, как надо. Такой не подъем получился кузова. Такой вот механизмик. Вот. Так что ждите восьмерку. Такая гранта получилась. Вроде больше говорить не о чем. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.